Растениеводство, спорт и творчество – три направления, которые пользуются участников клуба «Активное долголетие» популярностью. Так как людям серебряного возраста сейчас рекомендовано оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, телеканал «Одинцова» совместно с руководителем клуба решили создать телевизионный проект по всем этим направлениям. Когда стал вопрос о приостановке очных занятий, тут же встал вопрос о переводе работы клуба в онлайн. Но мы же понимаем, что в возрасте не у всех есть компьютеры, не у всех есть смартфоны, у кого-то даже кнопочные телефоны, поэтому достаточно сложно на интернет-платформе перевести людей всех. И тут же в голове родилась идея, почему бы не обратиться к такому замечательному родному телеканалу. И спасибо вам большое, что вы поддержали нашу идею, нашу инициативу. И вот мы теперь на экранах Одинцовского телевидения. Идея пришлась всем по вкусу. Теперь, не выходя из дома, бабушки и дедушки могут заняться йогой, освоить скетчинг и технику правильного дыхания. Есть уже отзывы, отзывы положительные, говорят, как здорово. Мы теперь можем дома, не выходя никуда, заниматься любимым делом. И вы видите, какой спектр. Кто-то хочет заниматься на будущее на дачу, растениеводством, кто-то хочет заниматься творчеством, а кто-то, конечно, физкультурой. Потому что такое разнообразие, оно очень важно. Мы удовлетворяем всех пенсионеров. А пока активные жители 55+ осваивают интересные техники и направления, организаторы готовят для них новые проекты. На телеканале Одинцова три раза в неделю выходят программы для участников клуба «Активное долголетие». Следите за анонсами и включайтесь в процесс. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».